Всем доброго времени суток, кто смотрит видео на нашем канале. Сегодня у нас 30 октября 2019 года. Ну, под вечер решил записать один ролик на несколько товаров. Вот торговой марки Topic, или Topic, да, кому как удобно. А в видеообзоре будут участвовать две сумки и багажник. Сумки вот в таком виде. С виду они одинаковые. Да, сверху вообще одинаковые сумки, но есть два принципиальных различия. Давайте начнем с модели номер один. Значит, модель номер один — это модель ТТ-96-43Б, предназначена для перевозки с собой во время непродолжительных поездок, либо вы можете взять такую сумку в путешествие. У сумки есть один основной отдел и два дополнительных. Плюс у сумки также есть место для установки флягодержателя, хомуты для крепления наплечного ремня, который идет у него в комплекте. Водонепроницаемого чехла здесь нет, но модель из плотного нейлона выдерживает мелкий дождь, прям смело, да, осадки, грязь, можно почистить, постирать. У сумки есть основной отдел. В этом основном отделе есть мягкая поверхность и перегородка на липучках, которую вы можете передвигать, тем самым разграничивая пространство, чтобы, ну, что-то зонально хранить. Если вы застегиваете и вам не хватает места, то у сумки есть дополнительный отдел, дополнительная молния, которая позволяет увеличить объем самой вместительности центрального отдела, но еще на какое-то количество процентов. С этим все ясно. Также верхняя часть может быть использована для хранения каких-то мелких вещей с быстрым доступом. И резиночкой все это можно потянуть, затянуть, чтобы это не потерялось. Значит, что касается боковых отделов, они снабжены светоотражающей полосой, чтобы вы были заметны. Также есть один карман и аналогичный карман с другой стороны. В эти карманы вы можете, зафиксировав на молнии, поместить достаточно большое количество товара с собой, да, товара, там, скарба, жидкости, всего чего угодно. Сюда смело встают две двухлитровые бутылки по объему, чтобы вы себе представляли. И за при ненадобности вы можете смело свернуть этот отдел и закрыть его также на молнии. В нижней части штанов есть специальная резинка, которая фиксируется, сама штанина за багажник, чтобы, ну, не дай бог, не попала штанина спицы. Крепится все это, секундочку, крепится все это при помощи липучек за нижнюю часть багажника, и за заднюю часть багажника это крепится вот в таком виде. Например, да, у вас багажник, штанину можно опустить, и все крепится. Здесь можно также зацепить какой-то фонарик, чтобы, ну, есть дополнительные, к примеру, у Топика места для установки своих фонарей. Так, сумочку это убрали. Теперь возьмем вторую сумку. Сумка очень похожа. Также есть те же самые отделы. Есть те же самые, где... Те же самые увеличившиеся объемы, те же самые штаны на молнии. Но есть принципиальное но. Сумки, ну, помимо названия, да, отличаются артикульно, еще отличаются конструктивно. Здесь на жестком, хорошем пластике, износостойком, виброустойчивом, есть платформа, которая как по рельсам заезжает на багажник одноименный.
и помогает быстро снимать, быстро ставить, удобно носить, так как есть ремень и наплечный, и рукоятка для переноски, такой багажник. Все крепится это достаточно просто. То есть вы берете багажник, багажник заезжает на полозья и одевается до щелчка, и багажник плотно стоит. Есть лайфхак такой, да, в дальнейшем, когда вы будете часто снимать багажник, снимать и одевать, со временем пластик изнашивается, поэтому на багажник можно вот сюда просто одевать резиночки для денег, тогда не будет вот этой тряски, люфта и, такого звука вибрирующего неприятного. Что касается посадочного места, все очень плотно. Очень плотно, очень все надежно. Ну и заодно о багажнике. На багажник все это ставится. Вот штанина. И в нижней части багажника вы можете закрепить, завязать, к примеру, да. Есть у багажников загогулины, такие алюминиевые, которые выступают как штырек. Можно за штырек закинуть. И штанина никуда не девается. Очень удобно все держится и все возится. Багажники топик. Секунду. Багажники удобнее снимать. Здесь неудобно. Сами багажники, топик, бывают разные конструкции. Бывают с диагональными расположениями руброперьев. Бывают там прямоугольные. Эта модель, конкретно эта модель 2051B Super Tourist DX, предназначена для багажников, для велосипедов с колесами 26 до 29 дюймов. Особенность конструкции здесь предусмотрено изменение длины выезжающей части. Да? Здесь крепится на шестигранниках. Можно выдвинуть, зафиксировать. Также нижняя часть багажников отличается. Есть прямые окончания, есть вот такие Г-образные изогнутые. Вот эти части предназначены в основном для велосипедов с дисковыми тормозами, гидравлические, либо механические. Можно ставить и на обычные, да, хуже не будет, но эти модели предназначены для дисковых. Тормозов сзади у багажника имеется место крепления заднего фонаря. И в комплекте идут дополнительные стяжки для того, чтобы прикрепить багажник к верхней части перьев велосипеда. И стандартно все багажники, обычно, да, стандартно багажники выдерживают до 25 килограмм груза. Эта модель, указывается, что модель выдерживает до 30 килограмм веса. Багажник легкий, выполнен из алюминия. Ну вот, ну и все, наверное, на этом. Катайтесь летом, осенью, зимой, весной. Используйте для перемещения багажники, используйте хорошие сумки и приятного времяпровождения. Ссылка будет на товары, которые в обзоре под видео. Можно всегда перейти на сайт и ознакомиться подробно со всеми характеристиками, которые я, может быть, в этом видео упустил и не проговорил. До скорых встреч!